Рулетики из кабачков и баклажанов. Казалось бы, все так просто. Нарезаем тоненько, а нет, не получается. Не получается сделать все ровно и аккуратно, потому что не получается равномерно придавить кабачок или баклажан к лезвиям. Пробуем работать сутком. И теперь по всей длине, вот так ладошкой, придавливаем одинаково. И получаются вот такие одинаковые равномерные стельки. Но теперь вот боязно, ножи уже совсем рядом. И теперь лайфхак. Смотрите, я дважды перемещаю плододержатель. Придавливаю и начало, и конец кабачка одинаково. Дорезаю на самом деле все до конца. Получаю большое количество одинаково равномерно нарезанных вот таких пластов. Ну, а теперь вы вольны сделать любую начинку. Конечно, это может быть фарш, может быть с чесночком, может быть пожаренный в соусе, да как хотите. Дальше ваш любимый рецепт. Никаких сложностей. Легкая и вкусная закуска за 5 минут.